Добрый день, друзья. Тут сидел, размышлял, что можно сделать из дисковой пилы. Ну, вот нарисовал таких. Кстати, неплохо получается вот из такого вот, это где-то 400, ну или около 400, ну, неважно, миллиметров. Вот, смотрите, раз, отрезаем, вот здесь отрезаем, отрезаем вот здесь, получаем, ну, зубья срежем. Вот, ну, это линия заточки, ну, спуска. И получаем такой вот, ну, ручку предел, топорик. Здесь вот хватает на какой-то такой шеф-нож большой. И вот здесь, вот для примера сравнить, как-то вот так вот сюда вот еще лезет вот такого где-то размера ножик. Вот, то есть 3 и 3. Ну, то есть 3, 2 комплекта, вот по 3 топорик, большой нож, типа, и какой еще ножик. Ну, и там, может, еще что-то останется даже, ну, на какие-то, не знаю для чего. Вот, ну, это, как сказать, все хорошо, это я начал, как бы, думать, и, как там, не знаю, вспомнил японскую заточку, с одной стороны, с другой стороны, плоскость, и мне стало интересно, какая здесь плоскость. Сейчас, я не знаю, попробуем так. Так вот сделать. Вот здесь выступая, здесь как бы фасочку снять надо будет. Но никакого просвета, как вы видите, здесь нету. То есть здесь очень хорошая плоскость. На маленьких фрезах вот бывает здесь на тонких утолщения. Вот здесь, чтобы как-то ее зажать было лучше. Не знаю почему. Ну, я не... не специалист по фрезам. Вот здесь зубья только, конечно, имеют разводку, вот, то есть они могут мешаться, а здесь получается очень хорошая плоскость. И если мы, ну, вот, допустим, еще один там угольничек поставить, то есть нам надо, допустим, возникает вопрос притереть рубанок там подошву или там наждачки заточить какую-то стамеску, то смотрите, здесь довольно небольшая, не маленькая площадь даже. Вот можно, то есть вы резать, если резать, может, что-то и поведет, а вот если так вот взять, то видите, вот наклеили кусочек и можем здесь вполне как на каталке там железку катать, еще что-то. Вот, то есть такая, как, ну, не поверочная, конечно, доска. То есть там, да, я вот этот ставил угольник, там есть какие зазоры там, ну, очень маленькие, то есть просвет видно. Вот, ну, он такой вот, как вариант использования, именно как плоскость. То есть мы ее положили на что-то. В этом, в отличие от стекла, она, ну, не бьется. Ну и, соответственно, после использования можно распилить и сделать, наделать ножей. Вот. Но это вот у меня толстые. То есть я не знаю, все ли они в таком состоянии хорошем. То есть, опять же, здесь поглядеть, может, из-за этих вот вкраплений не идеальные вообще. А так очень хорошая плоскость. Ну, вот. То есть, да, там для каких-то, может, супер этих не годится, но, опять же, можно чуть-чуть притереть. И единственное, что если мы использовать, допустим, есть чугунная пластина, мы на ней на порошке что-то притираем, чугун мягкий, там зерна в него вцепляются и стачивают, то здесь металл, ну, довольно такой, зерна в него будут плохо цепляться, они будут скорее вцепляться. Ну, если что-то там совсем такое... как сказать, совсем то, что не точится, куда-то вообще не вцепится, тогда не... Ну, понимаете, если металл окажется примерно таким же, то зерна будут затачиваемы, вгрызаться, как бы цепляться за ту деталь, и получается будем точить, ну, не деталь, а основание. Вот. Ну, то есть вот какой-нибудь вот такой вот нож на зерне мы не сможем заточить. Вот. Ну, вот на наждачку наклеить, там еще и какой-нибудь там рубаночек маленький, да, и большой, мне кажется, вот здесь вот есть площадь для выравнивания. Вот такое вот наблюдение. Вдруг кто-то искал, из чего сделать плоскость. Вот, после распила, не знаю, поведет, не пилил, не делал из дисков никогда еще. Вот, в раздумьях.
Ну, а так вот, получается, я его где-то рублей за 300 хочу такой продать, пытаюсь. Ну, на базаре у нас, наверное, дороже, но вот, получается, если топорик, большой нож, комплект, это, ну, 3000 за такой комплект, не грех. Ну, если кто делает более-менее нормально, на мой взгляд, не грех, это значит 6000, то 300 рублей на материал, это все остальное, ну, время, талант. Уже другой вопрос, качество изготовления. Вот такие вот дела. Благодарю за внимание, всего доброго.